Медиаларда реклама яйынмасы үчін ене регламентыны бақ арқана Молдова Электрон Преса Ассоциациясының қазырланмыш топлантысында медиаларын темсілжілері таныша білділер ене құраларлын. Білінер әне Молдова телевизионжылық кем радиожылық советін көревінде бар хепсі масс-медиалар әдіні бір түрлі құраларын қазырланмасы, керіштірленмесі, хем көзледілмесі. Неже онлара медиалар уйерлар. Со стороны телевидения и радио республики. Телевизионжулар хем радиожулар сыкчана калдырырлар проблемалары аңгыларыны бүйін вар олан куралларына гөрә йок неча чөзмә. Бүйін біз барабар танышты кем инжеледік радио, хем телевизионда реклама яйынмасы ічін ені куралларын проектіне. Оны Молдова Электрон Преса Ассоциациясы хазырлады. Проект, который был подготовлен Ассоциация Электронной Пресы Республики Молдова. Бұндан сора бұ проект верілежек телевизионжулы кем радиожулык советіне хем сеследілежек жүмнея. Я надеюсь, что с помощью этого документа в первую очередь... Умутланерма не бу регламентын ярдымыннан бұндан сора реклама яйынамасы конусында хепсін әдені бір түрлі кураллар олажек. Телевизион жулу кем радио жулу ксоветті 2022 жылда бір кач керет қаршылашты бұ урда кураллара уймамак олайларынан кесіп жезалары. Аңлары бана көре пек бүйік. Біз аннамады кәне реклама яйынамасы урында халис вар проблем. На мой взгляд. Соответственно, впоследствии мы сумели понять, что на самом деле существуют проблемы в этой области. Сөйленмеш кураллара уймама колайлар баалыйды рекламанын 12 минутлук яйынанмасынан. Кишиневда вар бір кач телевизион каналы англары бу сүреде реклама яйынырлар. Ен сык япылан янышлыклар буырда баалы рекламанын өзелликлерин аннамамасынан. Бунунна биля ама телевизионжулук хем радиожулук советте лазым каблетсен Европа стандартларына уяжек куралары. Марина Топал, Оксана Кихаял, Мария Статова, Григорий Ставилов, Мария Казаку, ГРТ, Хаберляр.